Приветствую вас, дорогие телезрители. С вами «Источник искусств». Программа про вдохновение. Если вы хотите получить настоящее, глубокое вдохновение, мой вам совет – обязательно посетите театр. И среди названий целой россыпи киевских театров сегодня я хочу пригласить вас в театр особенный. Если расшифровать его аббревиатуру, а звучит она как КХАТ, мы получим на выходе классический, художественный и при этом, заметьте, альтернативный театр. Но чтобы нырнуть за его кулисы и постичь, что же это такое и как классика сочетается с альтернативой, мы пригласили в эту студию его художественного руководителя и основательницу. С нами сегодня Катарина Синчилла. Актриса, режиссер, вдохновительница. Очень интересный, содержательный человек и прекрасная, красивая женщина. Спасибо. И вот первый же вопрос, Катарина. Ну, не женское это дело поднимать такие горы и строить целую вселенную под названием театр? Как вам это удалось? С чего это все начиналось? И возможно ли это на самом деле? Потому что, честно говоря, история о том, как красивая женщина основала вот целую театральную такую труппу с традициями, с полным залом зрителей, с определенным направлением в репертуаре, она очень часто напоминает историю про Золушку и про осуществленные желания из сказки. Но ведь это быль, ведь это реальность. Да, но дело в том, что здесь нельзя сказать, что это театр, который основала женщина. Это именно театр, который основала пара. Мужчина и женщина. И все наши 11 спектаклей мы поставили с моим супругом Виктором Кошелем, заслуженным артистом Украины, мы поставили вместе. Вот это самое сложное, пожалуй, и самое интересное в бренде театра КХАТ. Это что? Это объединение двух миров, двух взглядов на мир. Это мужского и женского во всех постановках. То есть где-то на творческом небосклоне встретилось две звезды и образовалась новая вселенная. Да, я бы сказала, встретились не то, что две звезды, а встретились два человека, которые очень долго к этому шли, к этой встрече, которые искали свою миссию в этом мире. И вот так вот она открылась нам и открылась именно после того, как мы поженились, обвенчались, и у нас, как наш ребенок, родился вот этот театр КХАТ. Мы открыли театр, и первый спектакль у нас был поэтический, и он был по моим стихам, которые я сложила, так драматургически сложила в пьесу, и она получилась, это получилось как такая история, наверное, моей жизни в стихах. Я чувствую, что в фундаменте КХАТа и в фундаменте ваших взаимоотношений, и в фундаменте вот этого поэтического проекта, в начале этих проектов было слово. Да. Слово поэтическое. Вот я прямо, вот я не могу удержаться. Я кожен день иду на бій з собою. Я кожен день иду на бій за тебе. З наївною любов'ю в човні ною, крильми торкаючись землі і неба. І кожен день, волаючи, долаю свою недосконалість і твою, і стукаю у двері, двері раю. І кожен день я гину у бою, та кожного я ранку воскресаю. Катерина Синчилла. Ось. Щоб знов бою загинути до ночі, бо я люблю твої, я точно знаю. Іудові, беззахисні очі, пробачена, приречена прощати, доводити щоденно у бою свою спроможність вирватись за грати та наше право жити у раю. Боже, які вірші! Ну просто, ну, у мене мороз по кожу. Невероятна, невероятна експресія внутрішня.
очень многое зависит от того, кто играет в этом театре. Я понимаю, вы, ваш супруг Виктор Кошель, но ведь двух человек явно недостаточно, чтобы озвучить такую махину, как театр. Ну, конечно, но у нас на сегодняшний день труппа наша насчитывает уже 17 актеров. И по какому принципу они собираются? По какому принципу собираются? Знаете, с одной стороны, ну, мы, как и любой театр, ежегодно проводим актерское прослушивание. Вот. И я считаю, что это справедливо, это нужно делать. Ну, это один источник. Вот. А есть еще актеры, которые находят нас сами, которые приходят и просят прослушивания. И, знаете, происходят, конечно, очень удивительные вещи. То есть кто-то приживается, кто-то не приживается. И я даже на сегодняшний день вот скажу, что, наверное, и больше тех, которые не приживаются. Потому что на самом деле театр, вообще-то позволить себе заниматься театром как искусством, настоящим искусством, не антрепризой, не зарабатыванием денег, а именно вот театром как искусством может далеко не каждый человек. Потому что, во-первых, это требует колоссальной отдачи времени, энергии, вот, и не приносит таких материальных дивидендов, чтобы можно было хотя бы просто поддерживать нормальный, обычный, средний уровень жизни. Поскольку наш театр, он не дотируется государством, наш театр содержат киевские зрители. И они голосуют покупкой билетов таким образом, что КХАТ существует, да, несмотря ни на какие сложные экономические 11-й условия. 11-й сезон мы завершаем вот 25 июня. Театр КХАТ закрывает 11-й свой театральный сезон. Да, 10 лет позади, это, конечно, такой путь. Хочу вернуться к вопросу, который был в самом начале. Классический и альтернативный. Вот с высоты этих 10 лет. В чем проявлялась альтернатива? Ведь я смотрю, допустим, на афишу, я вижу «Собаку на сене», я вижу «Гамлета». Я не вижу таких, вот, знаете, вот взрывных альтернативных постановок ультрасовременных мастеров. Да. В чем эта альтернативность? Дело в том, вот парадокс нашего времени как раз и заключается в том, что сегодня классика — это и есть альтернатива. Потому гениально, что... гениально абсолютно. Прошу вас развить эту мысль. Потому что в большинстве своем, посмотрите афиши театров на сегодняшний день, допустим, популярных театров, даже государственные театры почему-то и боятся, я не знаю, или избегают классики. И сегодня, может быть, возможно, потому что сегодня как-то более кассовые спектакли, это, ну, наверное, считаются современные, хотя, я вам скажу, в нашем театре и та же «Собака на сене» — это из кассовых спектаклей, спектакль номер один. Ну, и та же «Чайка» чеховская знаменитая, она уже и знаменитая даже тем, что это наша кхатовская «Чайка», что есть уже несколько версий создано этого спектакля. Ну, сейчас можно сказать, что спектакль популярный хотя бы даже потому, что главную роль там играет легенда нашего театра и кино — это народная артистка Украины Лариса Кадочникова. Браво, браво, браво. Да, вот. И у людей есть интерес, и люди ходят, и люди хотят видеть классику. И, допустим, та же «Йоганна Лесі Українки». Это просто... Это спектакль «Наша гордость». А я хотел, думаю, вот сейчас попытаюсь вас поймать на отсутствии украинского репертуара. Не тут-то было.
Иоганна, Леся, Украинка. Что может быть да, более красноречивым? Да, и театр не отступает от этого репертуара. Хотя, конечно же, да, то есть время диктует, можно сказать, что время диктует свои реалии, но дело в том, что в театре все-таки театр должен вести зрителя, а не зритель должен диктовать театру репертуар. Если мы говорим о настоящем искусстве, которое делает нас лучше, которое нас поднимает над собой в первую очередь. Это замечательно сказано. И знаете, в продолжение вашей реплики, я думаю, что лучше, чем полчаса говорить о театре, который делает нас лучше, хотя бы несколько минут посмотреть на ваш выбор любую из ваших постановок, небольшой фрагмент, специально, эксклюзивно для наших телезрителей в программе «Источник искусств». Итак, фрагмент из спектакля театра «КХАТ». На воде, милочка. Но дальше неинтересно и неверно. Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, я его почти не вижу. У него нехорошо на душе. Прошу вас, прочтите из его пьесы. Замечательный эпизод. И вот как тут не вспомнить слова Станиславского, который говорил: «Я не переношу театральность в театре». Я к тому, что актеры КХАТа играют удивительно естественно. Это какие-то естественные, живые человеческие эмоции. Но я знаю, насколько это непросто. Может быть, кому-то покажется, что это очень просто, но я знаю, сколько труда за этим стоит. Как вам удается подвигнуть людей на такую искреннюю актерскую работу? Знаете, это, конечно, вещи на самом деле достаточно удивительные. Вот когда для меня, как художественного руководителя этого театра, очень важно, что мы не можем позволить себе просто хорошие спектакли среднего уровня. И я постоянно перед каждым спектаклем я напоминаю об этом нашим актерам. Я собираю их перед спектаклем, или я, или наш Виктор Александрович Кошель, и делаем такую небольшую такую настройку актеров, вот знаете, вот как, наверное, это вот как настраивают и инструменты в оркестре, можно сравнить. И, ну, во-первых, напоминаем, о чем этот спектакль, зачем мы его взяли, вот. И я постоянно напоминаю о том, что мы не имеем права просто выпускать хорошие средние спектакли, потому что все-таки Киев – это театральная столица, здесь очень большая конкуренция между театрами, и для того, чтобы КХАТ выполнял свою
сверхзадачу, а сверхзадача Кхата это творческая мастерская для профессиональных актеров, и мы должны расти в спектаклях, и спектакли должны расти из года в год и подниматься. Каждый спектакль должен каждый раз подниматься на новый уровень свой. Часто очень вспоминаю, когда на один из спектаклей «Гамлет» у нас была девушка, очень красивая девушка на инвалидной коляске. Вот. Мы освободили ей место в первом ряду. И после спектакля вот она подождала, когда выйдут все зрители, и мы вышли в зал, и она сказала мне, говорит, я большая театралка, я смотрю все театры, я знаю все спектакли, все театры и Киева, и других городов Украины, я езжу по всей Украине, и я смотрю спектакли, это вот как вы говорите, да, для меня это мое вдохновение для того, чтобы продолжаться бороться и жить. И она говорит, вот ваш театр, он уникален тем, это, кстати, вот долгое время было слоганом нашего театра, уникальный театр Киева. Говорит, я поняла, что он уникален тем, что вы играете, говорит, я смотрю уже вот ваш четвертый спектакль, и вы все время играете, как последний раз. И сейчас я предлагаю посмотреть еще один небольшой эпизод, который позволит нашим зрителям в этом убедиться. В том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Вот объяснение. Вот то, что удлиняет несчастье в нашем жизни на столько лет. Иначе кто? Переносить решился бы все то, что стало посмешищем бичом веков. Тиранов дерзкий произвол, людей заносчивых нахальства. Отвергнутой любви мучения, молчания права и судьбу больших заслуг перед судом ничтожеств. Когда так просто сводит все концы. Удар кинжала! Дени Дидро принадлежит высказывание о том, что нет еще одной такой профессии, в которой бы настолько требовалась чистота нравов. Театр все-таки это искусство. Да, и искусство должно возвышать. Когда, помните, знаменитое, тянуть человека вниз гораздо легче, чем тянуть его вверх. Да, вот мы думаем о том, о пище, которую мы употребляем. Вот мы съели, допустим, что-то некачественное, да, и мы понимаем, что от этого может там пошатнуться наше здоровье, можем начать себя чувствовать плохо, и совершенно не думаем о том, что на самом-то деле вот эта вот пища духовная, которую мы поглощаем, это она может отравить организм намного больше, она намного опаснее. Мы боимся нитратов, мы боимся генетически модифицированных продуктов и забываем о том, что нас ими пичкают в информационном поле. Боже, как я вам благодарен за то, что вы сейчас сказали. Это чрезвычайно важно для всех, кто нас сейчас смотрит. И вот в этом смысле наш театр как раз-таки это самое главное, да, альтернатива заключается вот именно в этом. Здорово. Я позволю себе нескромный вопрос, потому что я понимаю, религиозная жизнь каждого человека – это его личное поле. И каждый человек имеет право никого туда вообще не пускать. Но я знаю, что вы практикующая православная христианка. Для вас православие – это огромная часть вашей жизни. Насколько это коррелирует с театральной карьерой? Потому что ни для кого не секрет. Были эпохи, когда театралы и клирики стояли как бы лицом друг к другу и занимали, мягко говоря, враждебные позиции, особенно в Западной Европе. Очень часто почему-то осуждалось театральное искусство. Хотя я, допустим, понимаю с высоты своего опыта и образования, я знаю, что, допустим,
в первые века христианства осуждался театр древнегреческий, который использовал языческие мистерии. И это не было связано с профессией актера. Но вот как вам удается соединять вот эти вот две ипостаси в своей жизни? И помогает ли одна другой? Для меня это вообще, то есть тема веры, тема моего прихода к вере, это она разделила это такой как бы водораздел такой, который разделил мою жизнь на до, вот опять-таки, как называется моя пьеса, моя книга стихов, на до и после. То есть на две половины разделена моя жизнь именно вот приходом к вере. К вере православной, я этого не скрываю. Вот. И у меня начали просто то, что со мной начало происходить, это вот я понимаю, что это настоящие чудеса. Это когда начали открываться двери сами собой. Это вот то, о чем до этого я читала только, да, об этих чудесах. А другое дело, когда это происходит с тобой в жизни. Мне даже иногда там друзья говорят, что, может, и не надо об этом рассказывать, а то ты так получается, как такой человек, который рассказывает о том, как он видел летающие тарелки. Вот, и я говорю, это действительно чудеса, это реальные чудеса, которые произошли в моей и продолжают происходить в моей жизни. И этот театр, и то, что он с таким репертуаром пережил свое десятилетие и продолжает существовать, и это тоже, это огромное чудо. И театр это тоже, понимаете, вот театр это на самом деле очень непредсказуемая. И если вы побываете, посмотрите вот за кулисами практически всех театров, большинство актеров крестится и молится перед выходом на сцену. Невероятно. Да, и притом это не зависит от опыта и возраста, потому что чем ты старше и опытнее, тем ты больше понимаешь, что в театре, наверное, все-таки чудо и то, что может с тобой случиться или не случиться сегодня на сцене, это все-таки не только в твоих руках. Боже, как это замечательно было сказано. К вашим словам я хочу добавить еще один маленький эпизод видеознакомства с театром КХАТ. И пусть это ощущение, пусть ваши эмоции сейчас передадутся нашим зрителям. Хоть Бог любви хитер и прихотлив, он вряд ли хитрость замышлял такую. Я потому люблю, что я ревную, терзаясь тем, что рок несправедлив. Ведь я красивей, а меня забыв, он нежным счастьем наградил другую. Я в страхе и сомнении дни влачу, ревную без любви, но ясно знаю, хочу любить. Любви в ответ хочу. Не защищаюсь и не уступаю, быть понятой мечтаю и молчу. Поймет ли кто? Себя я понимаю. Что скажете? Вот такое вот чудо, настоящее чудо по имени КХАТ. Классический, художественный и при этом воистину альтернативный театр. Театр, который исцеляет, театр, который вдохновляет, театр, который заставляет нас стать лучше на выходе после спектакля. Я благодарен вам, Катарина, я благодарен вашему супругу Виктору Кошелю. Я держу за вас кулаки, чтобы хватило этих сил, чтобы небесное вдохновение не покидало, чтобы рядом были верные друзья и соратники, чтобы и актеры на сцене, и зрители в зале всегда разделяли вот это ваше внутреннее духовное такое горение. А всем, кто сегодня нас смотрит, я хочу сказать, поищите альтернативу
дешевым мыльным операм, сериалам по телевизору, валянию на диване, пойдите в театр, откройте для себя новый мир, откройте для себя духовную вселенную. И я советую сделать вам это не где-нибудь, а в классическом художественном альтернативном театре, который располагается в Доме актера в нашем Стольном Граде Киеве и с художественным руководителем которого, Катариной Синчилло, сегодня мы общались. Это была программа «Источник искусств». Провел ее для вас я, Николай Лысенко. До новых встреч. Всего самого доброго.